Всем привет! Добро пожаловать на сегодняшнее занятие, которое называется «Система светотерапии Bioptron Hyperlight. Лечение поляризованным монохроматическим светом». Я Оля Лапушанский, специалист по эпигенетике и директор компании Bioptron в Нидерландах. Чем терапия Bioptron Hyperlight отличается от других терапевтических приборов? Особенность Bioptron'а заключается в том, что Bioptron вырабатывает как полихроматический свет, так и монохроматический свет. Поляризованный свет означает, что он идеально восстанавливает биологические процессы в организме до естественного нормального состояния. Здесь, в качестве примера, вы можете увидеть микроскопическое изображение коллагена. Если вы видите, он имеет ту же структуру. Как вы видите, эти частицы имеют одинаковую структуру. Поляризованный свет также имеет линейную структуру. Свет прибора Bioptron отличается от света лазера, который является коагулянтным светом, способным повредить ткани. И если вы видите, он имеет такую же структуру. Bioptron полностью безопасен. Он также имеет минимальные энергозатраты 2/4 джоуля в минуту. Это является безопасной дозой света. Монохроматические лампы используются в случае определенных заболеваний, а также для оздоровительных процедур. Вы видите фильтр. Каждый фильтр пропускает только желаемую часть светового спектра. Таким образом, для лечения различных заболеваний с помощью света мы можем создать специальную часть светового спектра. Прибор генерирует определенные электрические импульсы и магнитные токи, которые являются основными активаторами биологических, неврологических и гормональных процессов в вашем теле. Как вы видите на этой диаграмме, волны разной длины проникают в кожу на разной глубине. Так, например, красный свет проникает на большую глубину. Это самая низкая частота. Фиолетовый свет проникает на меньшую глубину, но имеет более высокую частоту. Таким образом, каждый световой спектр можно использовать в определенных целях. Свет активирует и уравновешивает застоявшуюся энергию в теле и, следовательно, стимулирует регенеративные процессы в организме. Таким образом, можно лечиться. Монохроматические приборы Bioptron можно использовать для профилактики заболеваний, терапии и восстановления. Почему это стекло такое особенное? Это стекло производится на одной фабрике в Невшателе в Швейцарии. Во время выдувания стекла биоинформация отпечатывается внутри него. Имеется в виду энергия и информация лекарственных трав, оксидов металлов, а также биоинформационная частота кристаллов. И как вы знаете, все в нашей Вселенной связано с энергией, частотой и вибрацией. Величайший ученый в истории Никола Тесла сравнивает кристалл с человеком. Частоты взаимодействуют с биоструктурами и таким образом восстанавливают нас. Итак, давайте посмотрим, как свет медицинского прибора Bioptron проходит через красный фильтр. Он отлично работает в качестве болеутоляющего средства. Он лечит все виды боли, такие заболевания, как артрит, артроз, артралгия, невропатия и болезни системы кровообращения, такие как болезнь Рейно, что означает чрезмерную бледность рук, пальцев на ногах. НАСА была первой организацией, которая первой открыла лечение красным светом. Это произошло случайно, когда во время полета шаттлов проводились эксперименты с растениями. Заметили, что растения растут лучше и быстрее. Это было замечено и связано с изучением красного света, который действительно имеет терапевтическое воздействие на растения. Если он хорошо влияет на растения, красный свет должен также воздействовать
воздействовать и на человека. Также проводились эксперименты и с онкологическими больными. Больные заметили, что терапия с использованием красного света помогает им справляться с болью. Это же здорово! Знаете ли вы, что если вы поищете в Гугле терапию с использованием красного света, вы найдете большое количество веб-сайтов, на которых говорится, что это отличное антивозрастное средство, направленное на устранение последствий гравитации. А почему это возможно? Вы все знакомы с митохондриями? Посмотрите на эту картинку. Вы, наверное, знаете слово митохондрии. Что же это такое? Это электростанция для клетки. Митохондрии – это клеточные органеллы, присутствующие в наших телах. Таким образом, их функция заключается в генерировании большей части химической энергии, необходимой для питания клеток посредством биохимических реакций в вашем теле. Внутри митохондрий находится одна молекула, которая называется аденозинтрифосфатом. Красный свет лампы биоптрон влияет на митохондрии ваших клеток и увеличивает выработку АТФ, что способствует выработке энергии в вашем теле и регенерации внутри клеток. Неважно, что это за клетка – клетка мышц или любая другая клетка вашего тела. Так что это является активатором энергии, который можно использовать для омоложения. Я просто хочу сказать, что вы можете использовать его комплексно. Поэтому вы можете направить красный свет на хвостовые позвонки. То, что происходит, похоже на инъекцию в ваш энергетический канал позвоночника. Световая информация проходит по вашему позвоночнику, направляясь ко всем энергетическим центрам, давая вам заряд энергии. Вы можете использовать это в эстетической медицине. Как я уже говорила, это является лучшим антивозрастным средством, направленным на устранение последствий гравитации. Наши исследования, проведенные Upton Studies, говорят, что использование средства Ladanza Hyperlight усиливает эффект. Исследования по его применению значительно влияют на организацию нижних молекул и увеличение количества воды в коже. Благодаря этому кожа остается сияющей, молодой, упругой, красивой и гладкой. Почему это возможно? Это возможно, потому что в ней есть молекулы C60. Энергетическая структура молекул C60 такая же, как у нашей биологической структуры. Это коллаген. Он находится внутри. Комплекс, который называется 3HFWC, представляет собой тройной, чрезвычайно гармонизированный водно-фуллереновый комплекс. Итак, фуллерен – это жизнь. Он вращается со скоростью 18 миллиардов раз в секунду, поэтому постоянные колебания и колебания ядра фуллерена соответствуют правилу золотого сечения. По правилу золотого сечения колебания естественные и имеют малую интенсивность. Симметрия передается молекулам воды и водородным связям в ткани, и передача этой энергии и информации этим веществам усиливает их колебания. Колебания создают оптимальную структуру, приводят к гармонизации всех биоструктур, нарушенных биоструктур. Биоструктуры нарушены из-за загрязненного воздуха снаружи и светового загрязнения внутри. Синий свет высокой мощности также является загрязнением. Он облучает, тем самым повреждает вашу кожу и вызывает появление морщин, а также создает излучение. Как это происходит? Создается асимметрия магнитных полей и передаются сигналы, которые стимулируют реорганизацию деформированных и поврежденных биомолекул, коллагена и возвращает их в оптимальное здоровое состояние. Моя рекомендация будет такой. Нанесите крем Ladanza на лицо. Я не могу сейчас полностью нанести его на лицо, так как у меня на лице есть макияж. И ежедневно применяйте красный свет биоптрона. Вы можете сделать снимок сейчас и отправить его нам. А второй снимок сделайте через 6 недель. Используйте крем и свет. И мы увидим результат. Итак, пойдем дальше. Здесь можно видеть омоложение. Омоложение через резонанс,
магнитные токи, через воду и водородные связи. Оранжевый полосовой пропускающий фильтр «Биоптрон» был создан согласно работам известного художника Манделя. Оранжевый свет Манделя был создан для регуляции гормональной дисфункции. Как им пользоваться? Вы направляете оранжево-фиолетовый свет на лобковую кость и можете использовать его в случае менопаузы. Его можно применять во время пубертатного периода, во время маточных спазмов. Его могут использовать мужчины, имеющие проблемы с эрекцией. Он также действует как афродизиак. Желтый полосовой пропускающий фильтр используется как короткофокусный ЭОП. Это называется точечным воздействием света. Вы просто вставляете в прибор желтый фильтр, устанавливаете время 10 минут и направляете желтый свет в область печени. Применяется в случаях ожирения печени и проблем с печенью. В случае проблем с пищеварением свет следует направить в область желудка, он также поможет вывести токсины. Это поможет с выведением токсинов из организма и можно использовать его для лимфодренажа. Зеленый полосовой пропускающий фильтр «Биоптрон». Зеленый является хозяином хроматина. Я помню, когда вначале я экспериментировала с 5 цветами, я была очень уставшей из-за того, что на одном конгрессе нам приходилось работать с 8 утра до 8 вечера, и моя энергия иссякла. Я прилегла, направила зеленый свет в область груди, в сердечный центр, и через 15 минут я просто смогла вскочить и снова делать свои дела. Так что это похоже на быструю подпитку энергии. Это полезно, особенно теперь в период пандемии, для повышения вашего иммунитета. Также направьте его на грудь, в сердечный центр. Я должна сказать, что профессор доктор Сергей Гуляр успешно использовал зеленый свет для лечения глаукомы. Как он использовал его? Давайте посмотрим протокол. По протоколу воздействие длилось 15 минут на расстоянии 40 сантиметров. Позже я узнала в других клиниках, что у них получились отличные результаты в лечении глаукомы с использованием «Биоптрона». Синий полосовой фильтр «Биоптрон». Синий фильтр, который можно использовать в условиях смены часовых поясов, когда вы куда-то путешествуете. Вы говорите, например, что не можете уснуть. Конечно, сон нарушается. Вы направляете синий свет биоптрона прямо на колени. Это акупунктурная точка, регулирующая состояние кожи. С моим доктором. Синий свет, который мы можем использовать в эстетической медицине для лечения прыщей. Почему? Потому что это антибактериальный свет. У вас будут очень хорошие результаты. Через 6 недель кожа омолаживается и избавляется от прыщей естественным здоровым способом без побочных эффектов. И, конечно же, он очень популярен для лечения младенцев, особенно в Америке. Но нужно быть очень осторожными и беречь глаза. Забыла еще кое-что сказать про синий свет. В стоматологии для лечения всех видов проблем с деснами мы используем лосьон «Синергия гиперсвета» субклеточный комплекс. Побрызгайте ее в рот, а затем включите синий свет, потому что он обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Он действует против всех патогенов и обладает антиоксидантными свойствами в 250 раз сильнее, чем витамин С. Не знаю, хорошо ли это видно вам,
Но этот Hyperlight лосьон создан на основе вещества 3HFWC или фуллереновой воды. Если вас больше интересует квантовая медицина и фуллереновый наномир Цептер, вы можете прочитать об этом в научном журнале Galaxy и найти на моей странице www.oljalapushinsky.com. Новости и события. Все есть в журнале. Там вы можете увидеть информацию от великих научных сотрудников до великих ученых, а также от изобретателя этого вещества, профессора доктора Джура Каруга. У меня есть индиго-полосный фильтр Биоптрон. Индиго – самый крутой цвет. Этот цвет находится по соседству с фиолетовым. Вы можете использовать его как средство от синусита. Для этого вам нужно направить его на лицо. Вы применяете свет индиго, и он очищает и высушивает воспаленные проходы. Вы можете использовать его также в качестве средства для понижения температуры в моно- или комбинированной терапии или для снижения температуры тела. Фиолетовый цвет. Фиолетовый полосный фильтр Биоптрон. Он особенный, потому что вы можете использовать его как успокаивающее средство, если вы пребываете в стрессе, вы можете сказать: «Хорошо, слишком много вещей происходит в моей голове». Вместо того, чтобы вздремнуть, вы можете просто использовать фиолетовый свет прибора Биоптрон во второй половине дня. Как это нужно делать? Вы просто смотрите на него. Просто выпрямите позвоночник, расслабьтесь, закройте глаза и включите Биоптрон с фиолетовым фильтром. Это похоже на медитацию, которая расслабляет и подготавливает вас ко второй половине дня. Иногда это очень и очень сложно. Нам нужно сделать так много всего, и это просто очень хороший перерыв, приятная расслабляющая терапия. Таким образом, вы можете использовать его как снотворное, тонизирующее средство для мозга, а также как комплексную терапию. Если у вас проблемы с волосами, они плохо растут, просто направьте фиолетовый свет на макушку головы. Продолжайте лечение в течение 7 минут, особенно если это недавно пораженный участок, его нужно обрабатывать 50 минут ежедневно, а затем вы можете проводить световую терапию совместно с каким-либо массажем. Помассируйте голову и направьте свет, и мне очень интересны результаты. Вы можете прислать нам фотографии, сделать это можно в течение 2 месяцев. Пожалуйста, обратитесь к кому-нибудь, чтобы увидеть себя. Хорошо, какой свет вам подходит? Выбор за вами. Я думаю, что все цвета, потому что у всех нас есть кое-какие проблемы. А если мы хотим оставаться здоровыми, просто используем монохроматические приборы Биоптрон. Надеюсь, вам понравилось это обучение, и с Биоптроном вы будете в безопасности.